Вырос, видишь, такое. А что, ну в прошлом году что-то было немножко? Ой, ну не до такой степени. Римма Талипова живет в этом районе более 10 лет. Она вспоминает, что грунт подмывала и раньше, но этой весной будет обходить этот участок стороной, так как обвал слишком большой. Не знаю, от чего зависит, но вот эта яма появляется по весне, как подснежники. Светлана, которая проживает неподалеку, тоже шокирована тем, что в этом году яма обрела такие масштабы. Никто не понимает, почему каждый год именно весной и именно в этом месте происходит обвал. Часто бывает такое. Тут какое-то болотистое место, поэтому вот так получается. К управляющей компании здесь претензий нет. Они не обслуживают эту территорию. Разрешить проблему взялись сотрудники управления благоустройства города. И они даже знают причину подмыва грунта. Это все происходит из-за ливневки, которая находится в паре метрах от ямы. Уже скоро провал будет завален землей. Ну а люди надеются, что специалисты займутся сутью самой проблемы. То есть неисправной ливневкой.